Ямы на дорогах стали насущной проблемой для жителей нашего города. Особенно расстраивает состояние подвесного моста. Специалисты утешают сумичан тем, что в следующем году на нем проведут капитальный ремонт. А пока дороги моста будут поддерживать в нормальном состоянии. Вот только как это делают, смотрите в следующем сюжете. Подвесной мост Семей является уникальнейшим сооружением. Долгое время его называли новым мостом, но сейчас это уже звучит как насмешка. За 20 с лишним лет его ни разу не обслужили должным образом. А теперь дороги остаются разбитыми даже после ремонта. Договор на проведение текущего ремонта городской отдел транспорта заключил с алматинской компанией «Санитострой» еще в мае. А уже в середине лета общественники забили тревогу. Они говорят, что немецкая технология, с применением которой ремонтировали мост, вовсе не соблюдалась. Асфальт укладывали в ночное время, когда на улице начинались перепады температуры, а поверхность моста вообще прогревали паяльными лампами. Мы с общественниками мониторили дороги города и приехали на подвесной мост, зная, что там уже работы по текущему ремонту закончатся, и увидели картину, то, что асфальт складывается. Такую же картину мы наблюдали до того, как нам приносили вот эту технологию, немецкую технологию. То есть ежегодно был текущий ремонт, и он постоянно вот так складывался и отлетал, потому что использовался обычный асфальт. Сразу после того, как участки, где проводился ремонт, начали деформироваться, городской акимат уведомил об этом подрядчиков, но те отказались проводить восстановление по гарантии. Известно, что за проведенные работы компания получила больше 65 миллионов тенге. И теперь между сторонами идет судебный процесс. Ну а мы решили узнать у отдела транспорта, соблюдалась ли та самая немецкая технология. И вот ответ нас немного удивил. У нас ежегодно проводятся работы по составу, которые нам дали японцы. То есть мы ежегодно все делаем по японской технологии и включаем в асфальт специальные добавки. Как бы то ни было, сейчас наша переправа через реку Иртыш находится не в лучшем состоянии. Об этом рассказали и водители нашего города, которые не почувствовали особой разницы после проведения ремонта. Я даже не почувствовал ремонт. Вчера же было. Растаял все это, асфальт. Ну, енді өздеріңіз білесіздер ғой, ол жылда жөндейді, бір екі айда емес, бір айға жетпейді, қайтадан құрышын құрды. Всем известно, ходовка быстро умирает. А сейчас, сами знаете, запчасти не дешевое удовольствие. Хорошие запчасти стоят очень дорого. Ну, не делают ничего, что можно сказать. Разбили, расковыряли, а делать не делают. Машины бьются, в субботу он 5 машин подряд. Вопрос ремонта дороги на подвесном мосту находится на контроле акимата и общественников. По информации отдела транспорта, сейчас ямочный ремонт проводит компания «Семей Жолдары». Хочется напомнить, что подвесной мост Семей ввели в эксплуатацию в начале 2000-х годов. И до сих пор в странах СНГ не появилось подобного объекта. К большому сожалению, сейчас новый мост не вызывает такого эффекта, как раньше. И остается надеяться только на капитальный ремонт следующего года. Ботагөз Дандыбаева, Аян Мухтарулы, телеканал «Семей».